Итак, третья часть выборки по индивидуальному запаху предмета. Сначала по индивидуальному запаху моему. Разложил 6 брусков, собака спрятана, она ничего не видит. Занюхивать буду давать не этот же брусок, а другую вещь со своим запахом. Вот. Ложу предпоследним. Опять собаку спрятал, положу в другое место, в середину, беру собаку, даю за ней. Видно, собака пронюхивает не на зрение, ищет искомый запах. Засим прощаюсь.